Еще 2 дня назад здесь плавали уточки, а сейчас от сильных морозов за 2 дня установился лед, и утки улетели за город, где не застывает вода в полынье от сточных вод. Зима началась с середины ноября 2022 года. Чудесный зимний пейзаж. Небо нежно-голубое. Солнце светит не очень ярко. Вот она, зимняя сказка лесная. Сейчас пойду посмотрю, как там дела в кормушке. Может быть, подсыпать надо семечек для белочки, для синичек и других птичек. Дятел работает. Причудливые коряги заснеженные. А здесь вот точно следы белочки. Вот 2 лапки вместе. Передние маленькие и задние. Но саму белку я не вижу. Наверное, она уже позавтракала в этом чудном лесу. Дятел где-то там стучит. Тишина.